Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас. Доброго здоровья, уважаемые! Во время самоизоляции очень важно, чем ты себя занят. Желательно чем-то таким полезным. Ну, например, можно научиться играть на различных инструментах. Например, я люблю играть на варгале. Кстати, было замечено, что люди, играющие на духовых инструментах, гораздо меньше болеют бронхолегочными заболеваниями, потому что они постоянно упражняют свои легкие игрой на инструментах. Значит, я вот люблю на варгале, люблю играть и на губной гармошке, также упражняются легкие, носоглотка укрепляется. Бронхи, укрепляются альвеолы. Это важно понимать. Итак. Великолепная вещь для укрепления нашего дыхательного аппарата. У меня есть и вот такая вот дудочка. Люблю различные инструменты. И как раз это занимает ваше время. Это своеобразное творчество у вас. И вы коротаете время с пользой для себя. И для своего здоровья, естественно. Что важно. Видите, мои легкие работают, и это очень важно. Также, если у вас нет никаких духовых инструментов, в конце концов у вас есть ваши голосовые связки. Очень полезно петь. Пение способствует тому, что идут вибрации, которые способствуют очищению легочной ткани. Альвеол быстрее отходит вот это все содержимое. Можно просто воспроизводить некоторые звуки, которые также будут способствовать созданию вибраций в организме человека и тем самым улучшать его состояние и все ненужное выводить из легких, тем самым укрепляя их. А укрепляя легкие, мы тем самым с вами будем укреплять иммунитет и противостоять всевозможным бронхолегочным и прочим инфекционным заболеваниям. Итак, какие звуки? Ну, например, как я на ваших сейчас глазах это сделал. Занимайтесь духовыми инструментами, занимайтесь пением, занимайтесь воспроизведением различных звуков
тем самым вы будете укреплять свой организм, укреплять иммунитет и противостоять всем инфекциям, которые известны и неизвестны. Доброго вам здоровья! Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov Pro. Доброго здоровья и до новых встреч! Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.